Глиняные горшки, куклы из бисера, деревянные скульптуры. В Чебоксарах вновь расположился всероссийский город ремесленников. Конкурс «Русь мастеровая» уже в 15-й раз собирает в одном месте шедевры народного творчества. Мастерская ремесленников расположилась на площадке Национального музея. Участники конкурса ковали мечи, вышивали картины и изготавливали украшения из камня. В Чебоксары приехали умельцы более чем из 20 регионов страны. Жители старинного города Кола Мурманской области представили на суд жюри игрушки из бисера, которые славятся на всю Россию. У нас город славится и рыбой, у нас город славится... У нас коренное население саамы. Игрушки из бисера. Делаем только мы. Это делаем только мы, поэтому это наше. Здесь вот, например, представлено и ткачество бесстанковое, что сейчас почти никто этим не занимается. И обычное бисерное вязание, чем занимаются все. Но в соединении оно дало ту работу, которую мы хоть сегодня представляем на конкурс. По правилам конкурса мастера за 8 часов должны создать произведение искусства, которое оценит член жюри. Конкурс «Русь мастеровая» проходит в Чебоксарах в 15-й раз. Количество его участников увеличивается каждый год.